Okay, so before we start the panel discussion, I just would like to thank the organizers of European Publishing Congress for giving me the opportunity to present the case of the newspaper Georgia Today, maybe some of you remember last year, and for giving me the opportunity to moderate such an important panel this year. In Georgia nowadays, for your information, we rarely speak in Russian language because we simply don't want to speak in the language of the country who has occupied 20% of Georgian territories, but due to respect to our colleagues and hoping that such political problems have nothing in common with people's relationship, I will be speaking, of course, in Russian language, which is not as good as my English, but I will try. So, в течение около 40 минут мы будем обсуждать проблему фейк-ньюса в странах России, Украины, Азербайджана и Казахстана, и послушаем наших коллег, которые расскажут нам о ситуации в их странах и о локальных нюансах этой глобальной проблемы. Так что я сейчас хочу уже на сцену пригласить участников нашего панела. Сергей Головнев, главный редактор Business Sensor. Спасибо. Прошу вас. Мурад Алиев, главный редактор из Азербайджана, Report News Agency. Дмитрий Кализев, editor-in-chief Знак.ком, это Россия, если не ошибаюсь. И из Казахстана Денис Кривошеев, блогер и экономический обозреватель. Камарджоба. Спасибо. Приветствую всех. И сперва я хочу попросить, чтобы все коротко представили себя и ваших медиа-организаций, а потом уже мы начнем дискуссию на тему фейк-ньюса. Прошу. Меня зовут Сергей Головнев, я редактор такого издания «Business Sensor». Это, можно сказать, экономическое приложение сайта «Censor.net» в Украине, одного из самых посещаемых ресурсов в Украине. Нам 3 года, мы создали его с нуля. Была команда раньше в другом издании, в котором мы работали, она называлась «Insider». Из-за проблем с финансированием собственников этого издания оно закрылось в 2016 году в январе. И тогда шеф-редактор «Цензора» Юрий Бутусов пригласил сделать экономическую редакцию. И вот мы ее сделали. 3 года существуем, пытаемся помочь, так сказать, провести либеральные реформы в экономике нашей страны. Спасибо. Коллегу передайте, если можно. Достаточно странно, вы начали свою речь о том, что вам не очень приятно говорить на языке агрессора, так что я даже не знаю, как теперь на нем говорить, хотя не имею отношения к России. Я живу в Казахстане много лет, где русский язык является равноправным и признанным языком. Что касается того, чем я занимаюсь, я пишу об экономике и о политике. У меня достаточно часто называют блогером, к сожалению, хотя я не понимаю вообще, что такое за профессия блогер. При этом, являясь профессиональным журналистом, основные средства донесения информации – это несколько крупнейших СМИ, и включая телевизионный канал, Первый канал Евразия, где у меня авторская колонка, которая называется «Светлая полоса». Ну, так вот. Меня зовут Мурад Алиев. Я главный редактор информационного агентства Report, AS, Азербайджан. Наше информационное агентство публикует новости на 3 языках – азербайджанском, русском и английском языке. И в настоящее время мы можем гордиться тем, что наше агентство является одним из самых цитируемых агентств как внутри страны, так и за рубежом. То есть ведущие СМИ России и других стран мира тоже достоверную информацию про какие-то происшествия в Азербайджане берут, ссылаясь на репорт, агентство «Репорт». В принципе, главное. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за возможность говорить на русском языке. Я рад, что у нас с Грузией, помимо политических сложностей, есть и хорошие дружеские отношения между нашими гражданами. Меня зовут Дмитрий Кользев. Я шеф-редактор интернет-издания «Знак.ком». Это независимое издание из России. Его особенность в том, что оно пишет про темы, освещает темы, которые происходят по всей России, но при этом базируется не в столице, не в Москве,
и даже не в Санкт-Петербурге, а в городе Екатеринбурге, который находится в центре России, на Урале, на Уральских горах. У нас работает около 30 журналистов, примерно от 300 до 500 тысяч уникальных пользователей в сутки наша аудитория. Мы фокусируемся на общественно-политических темах, но пишем про достаточно широкий спектр тем, включая культуру, спорт и так далее. Мы позиционируем себя как независимая и качественная СМИ, стараемся не заниматься кликбейтом, о котором говорили сейчас коллеги, давать достоверную информацию и в целом считаем себя СМИ, которая придерживается таких либеральных ценностей и выступает скорее за европейский путь развития России. Спасибо. Спасибо. Сейчас уже перейдем к главной теме нашей дискуссии и мой вопрос ко всем вам. И мы все понимаем, что фейк-ньюс – это проблема не только Европы или Америки, или постсоветского пространства, это проблема всего мира. Да? И я хочу из всех от вас узнать, как эта проблема влияет на вас, на ваши страны и на ваши медиа-организации. В целом, как бы проблема фабрикации новостей, проблема дезинформации, в целом, как бы проблема фейк-ньюса. Наверное, начнем с России, а потом уже всем представим слово. Угу. Раз. В России интересная ситуация с фейк ньюс. Вообще, мне кажется, что когда ты общаешься с европейскими или американскими коллегами, для них фейк ньюс это сейчас проблема номер один. Uh-huh. Я бы не сказал, что для России проблема фейк ньюс это проблема номер один, потому что, к сожалению, российская аудитория вообще привыкла к лжи в СМИ. У нас есть длинная 70-летняя история советского периода, когда пресса была, по выражению Владимира Ленина, коллективным организатором и пропагандистом, то есть, по сути, служанкой коммунистической партии. У нас был очень короткий период независимой прессы в конце 80-х, начале 90-х годов, однако, к сожалению, нам не удалось в полной мере сохранить эту свободу. Потом журналисты попали, СМИ попали под влияние крупного бизнеса. В 96-м году однозначно встали на сторону Бориса Ельцина во время предвыборной кампании. И с тех пор формировалась вот эта вот связка власти и обществ, власти и СМИ, которая при президенте Владимире Путине приобрела такие черты как бы вот реинкарнации советской модели, когда, по сути, многие СМИ являются государственными или окологосударственными, подавляющее большинство СМИ получают поддержку, финансовую поддержку от власти, особенно в регионах, и так или иначе защищают интересы к власти. К власти в России относятся противоречиво. С одной стороны, россияне редко протестуют против действий власти, с другой стороны, все время относятся к ней с недоверием. Поэтому во многом люди привыкли к тому, что СМИ, защищающие интересы власти, всегда им что-то недоговаривают, всегда где-то лукавят. И отношение к тому, что в СМИ есть какая-то ложь, это, в принципе, привычное, как мне кажется, отношение для российской аудитории. Парадоксально, но в России борьбу с фейк-ньюс возглавило государство. У нас в этом году был принят закон о борьбе с фейк-ньюс, согласно которому для граждан, которые допустили публикацию недостоверных новостей, предусмотрены штрафы от 400 до 4000 евро, или организации вплоть до, по-моему, 15000 евро, при том, что средняя зарплата в России составляет 500 евро. И все было бы хорошо, но власть, как часто бывает в России, стала использовать этот закон для того, чтобы сразу же стала использовать его для того, чтобы бороться с оппозицией. И первым же человеком, который был наказан по этому закону, стала активистка из города Архангельска Елена Калинина, которая боролась против строительства мусорного полигона в Архангельске. И ее наказали за фейк-ньюс, потому что она разместила пост о проведении митинга, который власть не согласовала. Хотя митинг на самом деле состоялся, то есть это не было фейк-ньюс. Митинг прошел, о нем написала эта активистка, но власть фактически создала ситуацию, такую интересную интерпретацию термина фейк-ньюс, когда фейк-ньюс называется то, что не признает российская власть. Это очень своеобразно. Поэтому я бы сказал, что для России гораздо более актуальны проблемы влияния государства на СМИ, отсутствие свободы слова, искаженного рынка. Проблема фейк-ньюс является как бы, одной составляющей глобальной проблемой медиа и журналистики, но, тем не менее, наверное, даже не приоритетной сейчас для российских медиа, как мне кажется. Коллега из Азербайджана.
Скажем так, пару лет назад проблема с фейковыми новостями казалась как бы неразрешимой проблемой, так как с распространением соцсетей всякий мог постить какую-то новость, публиковать какую-то новость, какие-то информации. И люди начали делиться этой информацией. Кроме того, с развитием кликбейтов каждый сайт мог даже сам сфальсифицировать какую-то информацию для того, чтобы как можно охватить как можно большую аудиторию. В этом плане в Азербайджане тоже в законодательном порядке сделали дополнение в закон о защите информации. И сайты, которые публикуют фейковые новости, могут блокироваться. То есть тут вопрос в том, что не только именно этот линк, который является фейковым, не линк, а сам сайт может блокироваться. И вот после этого изменения в закон количество таких сайтов, порталов, которые публиковали лживые информации для привлечения аудитории, для привлечения рекламы, их количество во много раз сократилось. Кроме того, люди уже не как раньше верят всякой новости, которая встречается в интернете. Сейчас уже читатели начали более скептически относиться к сенсационным заголовкам, новостям. И хочешь не хочешь, они обращаются в традиционные СМИ для подтверждения информации. Или для опровержения, или для подтверждения. И в этом плане, я считаю, основная роль здесь, основная как бы, тяжесть попадает на плечи традиционных СМИ. В том вопросе, что именно эти СМИ должны выяснять, насколько та или иная информация правдоподобная. Я вам скажу на примере нашего агентства Reportas. Естественно, каждое утро любая редакция делает планировку новостей. И в настоящее время любая планировка у нас, часть нашей работы идет на материалы, которые распространены в сети, в Фейсбуке, в Инстаграме и других сетях. И передаются по WhatsApp. То есть мы должны постоянно искать подтверждение каких-то фактов. Естественно, это уходит много времени, много ресурсов, но это как бы призыв времени, и мы постоянно должны заниматься факт-чекингом. И читатели тоже уже обращаются в СМИ, серьезные СМИ, чтобы узнать та или иная информация, насколько правдоподобная. То есть в этом плане я считаю, что со временем и читатели, и общество, и сами информационные ресурсы уже понимают ответственность и сами уже отходят от фейковых новостей. Но в любом случае проблема с фейковыми новостями существует и по сей день, и бороться с ним надо ежедневно, ежесекундно. Угу. Украина. Ну, в нашей стране особая ситуация. Фейк-ньюс, ну, по крайней мере, я так считаю, что это является не проблемой как таковой, а следствием более глобальных проблем, которые сейчас есть в нашей стране. Две основные проблемы, ну, опять же, на мой взгляд, это Российская Федерация и олигархи. Ну, все знают, что моя страна сейчас воюет на Востоке с Российской Федерацией. Эта война не признана, ее называют гибридной, ее называют гражданской. Опять же, один из фейк-ньюс, который родился вследствие того, что произошло. И из-за этого в Украине очень много ретранслируется тех фейк-ньюс, которые создаются там, федеральными СМИ России. Естественно, есть какая-то часть населения, которая на все это, на это реагирует. И с этим тяжело жить, хотя, с другой стороны, СМИ, которые есть независимые, которые публикуют информацию, проверяя ее, я думаю, что там вообще не существует никаких проблем с fake news. Проблема в том, что у нас как раз абсолютная свобода слова, каждый может говорить что угодно, и иногда через соцсети какие-то фейки, они становятся более массовыми, более воспринимаются обществом, чем то, что доносит независимые СМИ. И здесь есть вторая проблема. Это олигархи. У нас их трое самых крупных. Это Игорь Коломойский, Ринат Ахметов и господин Дмитрий Фирташ, который сейчас находится в Вене, если кто не знает, и ждет не экстрадиции, а отправки в США.
если это будет возможно, дай бог. Да, у каждого из них есть по своему телеканалу. Этот телеканал имеет очень большую долю в стране. Соответственно, у Ахметова ТРК «Украина», у Фирташи «Интер», у Коломойского 1+1. И эти телеканалы, естественно, являются ретранслятором идей и интересов этих олигархов. И поэтому, на мой взгляд, глобальная проблема, она заключается именно в экономике, потому что экономика Украины монополизирована как раз большей частью этими тремя людьми. Они имеют свои СМИ, очень довольно-таки широкие медиа-империи, то есть помимо телеканала у каждого там обязательно есть газета, интернет-СМИ, то есть целые медиа-холдинги. И, соответственно, независимым СМИ очень тяжело конкурировать, потому что СМИ олигархов, они ведь не зарабатывают деньги, им не нужно зарабатывать деньги. То есть, другими словами, эти бизнесмены зарабатывают на своих монополиях, потом эти деньги пускают СМИ, поддерживают их, СМИ защищают их интересы, они приходят власти там или сами, или через каких-то своих людей. Дальше защищают опять свои бизнес-интересы, опять вкладывают в СМИ, и такой замкнутый круг, который идет постоянно. И в это же время с ними не могут конкурировать независимые СМИ, потому что ну, просто как ты будешь продавать информацию потребителю, если вот здесь рядом вал этой информации, который продуцируется, и не то чтобы бесплатно раздается, а вот даже вот, впихивается, так сказать, чтобы как можно больше ее было у аудитории. Ну, сейчас, слава богу, я думаю, очень велика заслуга именно западных партнеров, как у нас говорят, да, в первую очередь США и Евросоюза, которые, в принципе, властям, которым тяжело бороться с олигархами, навязывают нужные реформы, навязывают демонополизацию, создание либеральных рынков и в энергетике, в первую очередь, в других отраслях, там, где мы зависимы от поставок углеводородов из России. Ну, будем надеяться, у нас что-то получится. Угу. Спасибо, спасибо большое. Ну, хорошо, что у меня нет позвоночной грыжи, иначе бы я уже умер здесь, стоя, ожидая своего слова. Я вообще, если честно, не понимаю в понятие «фейковая новость». Такого понятия есть слух, который присущ был обществу всегда. И как пример я вам приведу две фразы, которые большинство из вас знает, и которые приписываются людям, которых никогда не произносили, которых можно было бы назвать фейковыми новостями. Первая фраза, которую приписывает Мария Антуанетта о том, что если они не могут есть хлеб, пусть едят пирожные. А вторая фраза, которая приписывается Зигмунду Фрейду, вашему, так сказать, земляку, о том, что иногда сигары — это просто сигары. Не ту и другую фразу, насколько мне известно, ни тот и ни другой исторический персонаж никогда не произносил. Но это фейк-ньюс, по сути. Что такое фейк-ньюс в моем понимании? Это дифференцирование скоростей между генерацией новости в современном мире. Современную новость может сформировать любой фактический человек, а СМИ по природе своей и ограниченности законов просто, собственно, не успевают за ней реагировать. И иногда трактование новости, появляющейся на информационных ресурсах типа Facebook или Instagram или любые другие, оно персонализировано, то есть оно персонализировано человеком, который эту новость написал. Мы исключаем из полемики прям намеренную дезинформацию, что тоже является политическим инструментом, тут очень сложно поспорить. Но в целом мы говорим о фейк-ньюс как источнике привлечения трафика к тому или иному этому источнику. И то, о чем здесь говорилось два дня, это такая слепая конкуренция, слепая попытка посыпать голову пеплом СМИ, которые в принципе не успевают за техническим прогрессом. Это очень обидно слышать со стороны профессиональных коллег, со стороны журналистов, когда их депрофессионализация, их непонимание, как выстраиваются современные медиа, как формируется повестка дня, перекладывается на ответственность совершенно на какую-то абстрактную мифологию, связанную с фейк-ньюс, который позволяет этот трафик привлекать. Поэтому еще раз давайте определимся, что же мы тогда вообще в принципе считаем фейк-ньюсом, и с чем мы вот здесь все, вот я здесь, конечно, скажу, не все присутствуют, с чем вот эти два года, которые я приезжаю на этот форум, с чем мы боремся? Мы пытаемся бороться
с паровозом, который существует. Мы, конечно, можем взять стрелы и там, стрелять в этот паровоз, который идет по индийским прериям в виде Фейсбука или там, Инстаграма или Ватсапа. Либо мы можем взять это на вооружение, сесть на этот поезд и, умело говоря, его использовать. И неважно, по большому счету для СМИ, неважно, фейк это ньюс, не фейк это ньюс, насколько быстро вы обработали. Самое важное, вам продать эту информацию быстрее, чем ее продаст человек, который на ней не зарабатывает. И вопрос, который стоит сегодня перед СМИ и ставится в этом зале, кто заработает конкретно на этой данной новости. И вот вы говорите про финансы, и все говорят только про деньги. Вот вчера, по-моему, человек из Бурды говорил, что вот Facebook взял там 1,6 миллиарда, а вот обычные СМИ 900. Но никто же не считает, сколько Facebook потратил на создание вот этой базы, технической базы, сколько он тратит на техническое обеспечение себя. Ни один сайт в мире на сегодняшний день не способен потратить $1 миллиард на создание информационных технических ресурсов. Поэтому, если мы говорим, еще раз повторюсь, если мы говорим о фейке, как источники привлечения информации, фейк — это всегда отношение к новости. С вашей стороны это фейк, а с моей стороны это новость. И никто вот из присутствующих не может мне доказать, что это не новость. Это отношение всего лишь навсего. Но вы же как читатель, как получатель информации, должны же сделать вывод, это фейк, это дезинформация или информация? Я понимаю. Я вам напомню одну историю, потрясающую, на мой взгляд. Это история в США была, когда впервые начали читать «Войну миров» Уэллса по радио. И в этот момент все США просто сошло с ума. Они думали, что реально на них напали. Это, кстати, фрагмент хорошо обыгрывается в этом замечательном сериале про богов, американские боги, да, когда вот он показывает, как это было. И это же вот непонимание общества, оно тоже не успевает за этими техническими новинками. Оно тоже не успевает реагировать на это. И вот это просто процесс перехода технического или квантового скачка в передаче информации. И не надо говорить о том, что это, еще раз говорю, что это ложная новость или ненужная. В большинстве случаев это непонимание того, как формируется успешная новость в рамках большой сети. Вот и все. Хорошо, может быть, проблема в том, который как раз есть мой следующий вопрос к вам всем. Проблема, может быть, есть в медиаобразовании. Потому что если наше население, наша аудитория, они хорошо разбираются как бы в квалификационной и профессиональной медиаинформации, тогда, наверное, эта проблема не будет так сильным. И как раз мой вопрос в том, есть ли у вас какой-то опыт в смысле поддержки медиаобразования, улучшения медиаобразования, или если нет такого опыта, может быть, есть какой-то план, и как вы будете поддерживать это направление? Потому что я лично думаю, что медиаобразование как раз и есть выход из этой ситуации. Медиаобразование, медиалитераси, может быть, этот. Медиаобразование вы имеете в виду для непрофессионалов, для читателей? Для всех абсолютно, конечно. Чтобы они квалифицированно все анализировали информацию. Я сначала маленькую ремарку украинскому коллеге. У нас, ну так как наша страна действительно находится в состоянии конфликта, то вот как в Украине, видимо, Россию считают источником фейк-ньюс, также и в России соответствующее отношение к новостям, к фейковым новостям, потому что я знаю, что российские чиновники и такие вот люди, которые в государственных СМИ работают, они считают, что все фейк-ньюс, которые вообще появились в России, это все пришло из Украины. Но это, видимо, как бы неизбежное следствие конфликта, и этот конфликт, и, наверное, часть это правда. Я думаю, что обе стороны, конечно, работают пропагандистские машины, и они рожают эти фейк-ньюс, и, к сожалению, это заметно. Что касается медиаобразования, я с вами совершенно согласен. Я бы вообще предложил в наше время вводить в школах какие-то уроки медиаобразования, чтобы учить людей критически воспринимать информацию, чтобы учить людей проверять факты, чтобы учить людей сопоставлять факты, работать с разными источниками информации. Потому что я не знаю, как в других странах, но в России мы постоянно сталкиваемся с тем, что люди абсолютно некритичны. Вот они, с одной стороны, не доверяют власти, не доверяют СМИ, с другой стороны, они иногда просто как дети. То есть они, прочитав что-то, считают, что ну, вот как бы так оно и есть. Они не могут даже
ну, каких-то простейших действий по проверке информации произвести. Я думаю, что в 21 веке, к сожалению, без этих навыков не обойтись. И нам бы неплохо обучать этому детей, и, потому что дети ведь, когда выходят из школы, они привыкают к тому, что они учились по учебникам. Все, что было написано в учебниках, все это правда. То есть, соответственно, любой текст они, возможно, как мне кажется, воспринимают как нечто правдивое. И нужно им объяснять, что далеко не любой текст правдив, и далеко не любым фактам и аргументам можно доверять, и в наше время необходимо заниматься их проверкой. То есть это тоже ответственность, которая в том числе теперь лежит и на читателях, мне кажется. Спасибо большое, абсолютно согласен с вами. Вот насчет образования, медиаобразования населения, это тоже является очень важным моментом. И мы должны соглашаться, что в таких странах, в кавказских странах особенно, в основном эта проблема находится в регионах стран. То есть в столице люди более-менее находятся внутри, в гуще событий и могут сами проверять факт момента, но в регионах страны в основном могут быть люди необразованные, которые не могут сами достичь до истины. В этом плане, например, наше агентство создало сеть волонтеров по всей стране. И люди, которые просто им интересно, они занимаются журналистикой. То есть они ходят на какие-то мероприятия, там, освещают какие-то происшествия. И наши спецкоры в этих регионах помогают этим волонтерам в своей работе. То есть буквально выходит, что в каждой деревне, в каждом регионе есть какой-то человек, к которому обращаются другие люди, спрашивают про какое-то событие. То есть это вот сеть волонтеров и помогает нам, в смысле, в плане того, что мы раньше Фейсбука можем достать информацию или, например, фото, видео, репортажи из каких-то мест. В этом плане для нас выгодно, а в другом плане для социальной ответственности, это то есть помогает людям больше чувствовать себя уже в журналистике, а не как просто пользователь сети. Это один момент. Еще один момент хочу отметить. Вот мы обсуждаем фейковые новости, и в основном их вред бизнесу или же имиджу каких-то политиков. Но именно, вот коллеги отметили, в конфликтных регионах влияние фейковых новостей может иметь пагубное влияние на многих людей. Например, вот недавно, в 2016 году, во время обострения карабахского конфликта в зоне действий, посредством армянской лобби было опубликовано огромное количество фейковых новостей. И тут один момент я хочу отметить. Тут основная роль попадает на плечи транснациональных СМИ. То есть после публикации этих новостей, фейковых новостей про какие-то военные действия, про какие-то конфликтную ситуацию, именно после визита представителей Reuters, Associated Press, Anadolu, там, РИА Новости и других агентств, представителей этих агентств в эту зону, после этого уже начало проливаться свет именно в те действия, которые там проходили. То есть каждая СМИ имеет ответственность перед собой, перед читателями, а также перед читателями других стран в подаче информации. И никакие лобби, никакие деньги, скажем так, не должны очернять отношения между странами или же какие-то конфликтные моменты. Спасибо. Традиционная ремарка российскому коллеге. Да. Я не знаю ни одного СМИ в России, которое бы, допустим, вещало на украинском языке, да, и создавало какой-то фон, говорящий о том, что там власть несостоятельная, и вообще это failed state, неудавшееся государство и так далее. Между тем, у нас есть, допустим, целых два телеканала, 112 News One, которые официально принадлежат окружению Виктора Медведчука, близкого друга Владимира Путина. Они работают в Украине. Это тоже большой вопрос к руководству нашей страны, почему они работают в Украине. Но вот они работают и вещают, и, ну, то есть все знают, все понимают, что информация, которая там выходит, ей не всегда можно доверять. Это такое. Дальше конкретно о fake news, то, как у нас в стране с ними борются. У нас тоже это огромная проблема. В первую очередь она исходит от политиков, в первую очередь от политиков популистского толка, да, которые перед выборами говорят населению о том, что мы сделаем вам очень высокие пенсии, очень низкие тарифы на энергоносители, все у вас будет хорошо. Ну,
и какая-то часть населения ведется на эту информацию. Между тем, очевидно же, что просто вот любому человеку взять, посчитать, ну, оно так не может быть, математически не получается. У нас на этот счет есть, даже появились общественные организации. Одна из них называется VoxCheck, которые просто на грантовые деньги живут. И главная цель этого проекта – брать вот такие вот высказывания там, политиков, ну то, что касается конкретно экономики, и проводить анализ и говорить о том, что вот такого не может быть, потому что посчитайте, такого не может быть никогда. Что касается других вещей, то в принципе благодаря тому, что ну, я считаю в Украине как бы довольно такое развитое гражданское общество, иногда чересчур развитое, да, то у нас в принципе на каждую отрасль есть какой-то или пул, или несколько, или один эксперт, которые в принципе, когда появляется какой-то фейк-ньюс, они дают свой анализ и говорят о том, что вот, ребята, это неправда, этого ну, нет потому что, потому-то, потому-то и потому-то. И даже нужно сказать, что часть журналистов, которые работают, опять же, на экономическую тематику, делают материалы, они так или иначе являются экспертами в своих отраслях, потому что работают несколько лет с одним и тем же, ну, много помнят, что-то знают, знают какую-то статистику, их легче обмануть. И поэтому как таковой вот проблемы, опять же, больше касается именно тех вещей, высказываний или каких-то там регуляторных актов об экономике, у нас нету проблемы с этим, нету проблемы фейк-ньюс. Есть проблема, когда вот говорится конкретно о том, что тот человек там что-то сказал или что-то сделал, и это никак не проверить. Да, вот. Ну, там, для примера, там была информация, что там Порошенко, опять же, президент Украины, убил своего брата. Его брат погиб, да. А вот была такая информация тоже на источников, из источников, которые, которым особо нельзя доверять, и до сих пор там, неизвестно, правда это или нет, но очевидно, что там 90%, что это неправда, да, но для того, чтобы это опровергнуть, нужно, в принципе, тоже провести какую-то работу, investigation, расследование и это опровергнуть. Спасибо. Ну, после того, что мои коллеги сказали, по идее, должны сказать, да, нам нужно образование, и упасть в ноги, и попросить денег у Европейского Союза для того, чтобы нам получить гранты. Не нужно никакого образования, я вот здесь очень четко понимаю, что общество ничему научить нельзя, если оно само этого не хочет. У нас была попытка в Казахстане научить финансовой грамотности. Значит, были созданы целые телевизионные программы, там людям рассказывали, как нельзя брать кредиты, как, в общем, все, чтобы не допустить фейла, финансового фейла на бытовом уровне. Но это не помогло, люди как ходили, так и брали, как не читали, так и не читают, как не изучают, так и не будут изучать. Если они в школе этого не хотели, если у них не было тяги к знаниям, к пониманиям, у большинства людей его нет от природы, этой знания и тяги к знанию, к пониманию. Вы не навяжете ему желание получить высшее образование, даже если вы ему его дадите бесплатно и в Гарварде. Он просто не захочет. Либо сделает это, но толка от этого не будет. Поэтому говорить о том, что сейчас вот мы все возьмемся дружно и начнем рассказывать людям, что вот что такое фейк-ньюс, и воспитывать у них критическое мышление. Ну, об этом мечтали еще в Древнем Риме и продолжили мечтать в средневековой Европе, благодаря этому молоту ведьм, потом в коммунистическом обществе и так далее. Всегда были некие флажки, которые считалось обществом максимально, говорят об образованности этого общества. Поэтому я, конечно, против образования. Я считаю, что вопрос критического мышления – это вопрос выживания вида и выживания как такового, ну, вот этой вот ячейки общества. Только люди с критическим мышлением становятся успешными, а, как известно, у нас не такое большое количество людей становятся богатыми, успешными. Все остальные, в общем-то, остаются на том уровне крестьян, которые они были. И заставить их стать интеллигенцией, заставить их стать аристократией, которая всегда задается вопросом, что делать, классическим русским вопросом, ну, в принципе, невозможно. Поэтому, ну, вот ответ на ваш вопрос. Окей, спасибо. Думаю, что очень интересная дискуссия получилась. К сожалению, время уже не остается для
других вопросах. Я просто хочу поблагодарить всем вам. И думаю, что проблема фейк-ньюса решится так, что на этом конгрессе мы и на этой теме не будем еще раз говорить. Хорошо, спасибо всем. Спасибо.